Бакины-собакины. Качок пришел. Это продолжение восьмого. Вероника прислала сообщение в WhatsApp, что в Кондрово Миша летает. Вон он, Миша летает. Видите? Из-за айкового гавканья не слышно. Это Миша, мальчик наш. Что вы, мои носатые? Что, мои носатые? Город Кондрово, улица Советская, 16. В помещение залетела хищная птица. Сейчас я покормлю. Животин. И поеду в Кондрово. Посмотрю, что там у нас. Сейчас зелененькая травка пробивается. Миша не забывает, пролетает. Айк, как всегда, грязная морда противная. Айк, иди ко мне. Ну вот, такие у нас утренние прогулки. Волчар накормил, надо кормить всех остальных. Ладно, дорогие друзья, машины готовы к зиме, готовимся к зиме. Сегодня нет, вот завтра поедем покупать тепловые пушки, газовые баллоны. У меня как раз закончатся все заказы, и я буду полностью посвящен подготовке к зиме. Будем ждать еще ответа от городской управы, что там у нас с территорией. Ладно, я пошел. Ты еще в Кондрово ехать.